давай спросим Гугл, а кто такой мистер Бубл? А ну давай спросим Гугл. Йоу, я Бублик, я бандита сын. Коп-сатрица, коп-саца, всем хосящий привет, это мой новогодний выпуск. Я просто хочу вас поздравить и сказать огромное хосящее спасибо за то, что вы появились в моей жизни, а я появился в вашей. Ваши лайки и комментарии вдохновляют меня на творчество даже больше, чем вкусная косточка или подзатыльник от папаськи хаски-бандита. Кстати, поставьте лайк, если подзатыльники от родителей вдохновляют вас, например, на учебу. Но я очень надеюсь, что вас все-таки не лупят мокрой тряпкой и не кусают за горло, если вы что-нибудь натворите. Кстати, несмотря на то, что мой отец суровый волк и воспитывает меня жестко, я его все равно очень люблю. Напишите в комментах, а вы любите своих родителей? Сегодня на канале у папы Хаски Бандита вышел наш новый крутой супер-пупер новогодний хосячий рэп. Если вы его до сих пор не посмотрели, все, вам капец! Срочно бегите смотреть, ссылочка сейчас выскочит в верхнем правом углу, и я оставлю ее в описании. Хаски, дай, 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 Дед Мороз обормот. Хаски, дай, 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 нам еды в Новый год. Если вы уже посмотрели этот клип, то вот вам сюрприз. Напишите в комментах, кто исполнял роль Деда Мороза Обормота. Первые 10 правильно ответивших получат сигнал от меня и папаси бандита. Хосята, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. 2018 год собаки стал для меня самым счастливым. Я в нем родился, у меня появился канал, и у меня появились 1000 подписчиков. Спасибо вам еще раз. Желаю, чтобы в новом году исполнилась ваша самая заветная мечта. Для этого надо написать желание на бумажке, и когда бьют куранты, сожрать эту бумажку. Или сжечь ее и сожрать. Или сжечь, пепел кинуть в бокал с газировкой и сожрать бокал. Короче, я не помню, что там надо правильно делать. Просто мечтайте, ваша мечта обязательно сбудется. С Новым годом, скоро увидимся. Гоп-сатрица, гоп-цаца.